Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом проходит всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016. В Чувашии к этой широкомасштабной акции привлечены более 560 переписчиков. Им предстоит обойти 260 тысяч объектов. Сегодня вместе с сотрудниками Чувашстата в Чебоксарский район отправилась наша съемочная группа. Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится в стране каждые 10 лет. От ее результатов зависит эффективность агропромышленной политики. В этом году задача – определить уровень развития села. Нас сейчас больше интересует, какая инфраструктура сложилась на селе, да? Какая товарность сельхозпроизводства, насколько это рентабельное производство, какой техникой пользуются наши товаропроизводители. Ну и у переписчика изменились условия. Если в последней переписи за 25 дней мы переписывали, проводили перепись, и она длилась всего 25 дней, то сейчас она будет длиться 46 дней. Одно из главных условий, необходимых для успешного проведения переписи на селе, это доверие, считают организаторы. Для того, чтобы втянуться в работу, найти нужные слова и аргументы в разговоре с респондентами, переписчикам рекомендовали начать со знакомых. Такой рекомендацией воспользовалась и Надежда Дьячкова, начавшая перепись со своего родственника по всем правилам. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Дьячкова Надежда Васильевна. Да. Вошла пришла на сельхозперепись. Очень можете приятно. Посмотреть, что это я. Ладно, все хорошо. Так. Будем описывать ваше хозяйство, ваше домохозяйство. Давайте попробуем. Весь опрос занял всего 15 минут. Затем житель Вурманкасов Юрий Дьячков в добром настроении был готов ответить на наши вопросы. Все нормально, все понятливо объясняют. Все же на виду. Все равно же все на виду. Не боялись такого, ничего не было. Все по обоюдным согласиям, как говорят. Все нормально, ничего не было такого. Они хорошо объясняют сами вопросы, как там. Мы отвечаем тоже на вопросы. Так, нормально. Отказов не было, все хорошо вроде принимают. Сейчас на сегодняшний день 50 хозяйств прошли. Сложных вопросов таких нет. Все равно из положения можно выйти. Перепись проводится строго со слов опрашиваемых. Кур в курятнике пересчитывать никто не будет. На листе переписи нет информации о владельце. Полная конфиденциальность гарантируется. Кроме того, при подсчете данных будут опускаться и названия населенных пунктов. Останутся только районы. Конечно, гражданин имеет право отказаться от участия в переписи, но все же лучше довериться переписчику. От того, насколько полной будет собрана информация, зависит и объемы господдержки, и дальнейшие планы социального развития села, а также множество других аспектов. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.